Всем здрасте, друзья! Канал «Семейная коферма». Меня зовут Владимир. Часто просите, опять же, показать кур. Вот решил сменить локацию, показать их здесь еще раз вам. На вольном, на свободном выгуле у нас птица содержится только так, практически вся. И в этом есть куча, большое количество преимуществ. И по затрате корма это получается намного дешевле. И потому что курятник убирать реже надо, так скажем, потому что они тусуются практически постоянно здесь днем. Поэтому и гадят тоже здесь, делают свои все дела. Ну и индюкам это вообще шикарно. Тут голубые индюки. В предыдущем видео я показывал их. И пару залетело еще простяков сюда. К ним. С ними уже сдружились. И так они и лазят. Индюшка мне несется. Одна скоро сядет уже на яйца. Так что под Новый год, скорее всего, будут у нас индюшат. Погода шикарная. Солнце, небо чистое, красота. Для птицы это вообще то, что надо. Не холодно, не жарко, именно погода обалденная. Вот, а потом люди, которые содержат в клетках, ну, у которых по тем или иным причинам нет свободного выгула и кормят ее там заводским комбикормом, говорят, что это невыгодно. Ну, если есть такие условия, то это очень даже выгодно. Яйцо на расхват, за яйцом очередь. И если было помещение еще какое-то и побольше времени, то, естественно, поголовье птицы, поместных кур было бы намного больше. А так, имеем то, что имеем, потому что нету условий для содержания большого количества. Еще раз повторюсь, в моем случае это выгодно. И вот эта категоричность, я говорить вот так субъективно и всем, что это невыгодно, это неправильно. Еще раз повторюсь, что у каждого все индивидуально, у каждого свои условия и свои возможности. Вчера созванивался с человеком, он мне позвонил по поводу мускусного утака. Ну и он содержал раньше перепелов, сейчас быстренько расскажу историю. Ему один посоветовал клетки с перепелами забить наглухо со всех сторон, а другой сказал, что только потолок подбить и так, чтобы везде была сетка. Ну и позже он узнал, что один жил на севере, а второй на юге. То есть тому, у того стены холодные, холод и перепела, птица теплолюбивая, и ему нужно было оббивать, естественно, со всех сторон. А тому не нуждалась клетка в каких-то либо там утеплителях и всяких разных приспособлениях для того, чтобы клетку, так скажем, сделать комфортнее в плане тепла. Но и тот сказал, а ты стоишь и думаешь, да? У того погода такая, у того погода совершенно другая. Поэтому категоричность здесь абсолютно ни к чему. Это все субъективно, еще раз повторюсь. Сейчас я их ближе подгоню, попытаюсь подозвать. Да, с помощью вот такого вот нехитрого способа. Сейчас вы увидите толпу курей. Курей, господи, кур. Как мне это слово курей, когда говорят, и сам сказал. Ухо режет. И уток. Сейчас они все будут это лопать.
все сходятся, пока не знают зачем, но идут. Значит, там что-то вкусное. В этом плане птицу не обманешь. Если кто-то нагнулся, происходят какие-то движения, толпотворение, то они все сбегаются, конечно. Так что, если вы планируете заводить какую-либо птицу, то имейте в виду то, что какая у вас погода, какие у вас условия содержания, есть ли у вас свободный выгул, какой у вас курятник. Ну, нюансов очень много на самом деле. И кого-то слушать одного, это... это ни к чему хорошему не приведет. Поэтому я всегда в своих видео говорю, это мой личный опыт на моем хозяйстве в таких-то вот условиях, при таком-то вот кормлении, при таком содержании. В таком вон... у меня вообще птица в спартанских условиях, я считаю. Ничего особенного, никаких там антибиотиков, препаратов, утеплителей, воздуха, обмена, снизу заходит, сверху выходит, такого нету. Ну и ее полностью, я имею в виду птицу, все устраивает на данный момент. Количество небольшое, но для такой семьи небольшой, как у нас, это с головой на продажу, естественно, хватает. У нас в селе такое количество кур, индюков и уток не держит, не содержит никто. И все удивляются. Поэтому, ну, вот так вот. Вот индийский бегунок стоит. Селезень абсолютно поменял свой окрас. Он был такой водикового окраса. Ну, тут... о, полет. Ну, это читалось, что так будет. Так и предполагал, что у него зеленая голова станет. И такой он весь, как дикий утак стал. Это индюки голубые наши, красавцы. Нафоткал их сегодня, там фотографии такие интересные есть. В общем, это уже ни о чем у нас. Ох, и белая маленькая полетела. В общем, это мое любимое слово, я просматривал как-то видео. Без слова «в общем» у меня не обходится ни одно видео. Спасибо за просмотр, ставьте лайки. Может, не ставьте лайки. Вижу, и дизлайки ставят. Ну... как есть, так и рассказываю. Ничего не выдумываю, ничего ни за кем стараюсь там не повторять. В общем, спасибо. До новых встреч на просторах YouTube.